Муай-тай, поединок в абсолютной весовой категории. Рефери Алексей Копанев, Свердловская область. И в красный угол ринга приглашается из Нижнего Новгорода Дмитрий Васенёв! Ну, под ликующие, конечно же, аплодисменты трибун появляется Дмитрий Васенёв, местный спортсмен, 25 лет, чемпион России, чемпион мира прошлого года. Большой, высокий, сильный, смелый парень. Вот так вот идет он вперед сюда, к своим победам. И сегодня ему предстоит сразиться в финале чемпионата России 2024 года. Дмитрий, как я уже говорил, в прошлом году становился чемпионом России, после чего одержал первое место на чемпионате мира по тайскому боксу. Также проведил профессиональные поединки. Спортсмену 25 лет. Он является кандидатом мастера спорта России по тайскому боксу, тренер Андрей Чадин и мастером спорта международного класса по кикбоксингу. Чемпион России и чемпион мира по кикбоксингу. Чемпион России по тайскому боксу. Чемпион мира по муай-тай 2023 года. Бангкок, Таиланд. В красном углу Нижний Новгород, спортивная школа «Торпеда» Дмитрий Васенёв! Синий угол приглашает своего соперника из Дагестана Фарид Фарид Аллахвердиев приглашается в синий угол. Вот и он на ваших экранах. 21 год этому спортсмену. Он представляет спортивную школу села Куруш. Его тренер Малик Талибов является чемпионом сборной команды Республики Дагестан в абсолютной весовой категории, шестикратным победителем первенства Дагестана, четырехкратным победителем первенства России по муай-тай. Синий угол, уже здесь находится Фарид Аллахвердиев, и ждем. 21 год, он кандидат мастера спорта России, представляет спортивную школу села Куруш, тренер Малик Талиба. Является членом сборной команды Республики Дагестан в абсолютной весовой категории. Шестикратный победитель первенства Дагестана, четырехкратный победитель первенства России по тайскому боксу. В синем углу село Куруш, Республика Дагестан, Фарид Аллахвердиев. Друг другу руку, соблюдаем правила, слушаем команду рефери. Углы. Первый раунд, абсолютная весовая категория, это самый тяжелый ребята в весовой категории, свыше 91 килограмма, красный угол Дмитрий Васенёв и его соперник Фарид Аллахвердиев из синего угла. Фарид Аллахвердиев, кстати, досрочно выиграл своего соперника, тоже представителя Нижегородской области, в полуфинале Маслова Алексея. Только не Маслова, а Малого. Малого. Тимур. Да-да-да, конечно. Приветствую еще раз, дорогие друзья. Рад. А с нами снова на комментаторской позиции возвращается Алексей Курочкин. И нам теперь, конечно, будет еще веселее. Рад вернуться под бой своего земляка Дмитрия Васенёва. Но это вовсе не означает, что Дмитрий сегодня явный фаворит. Хотя но вот при так этом джебом сбивает шлем. Уверенно снимает шлем. И если кто-то видел выступление Дмитрия на играх СНГ, играх ШОС, прошу прощения, да-да-да, где он снял шлем с соперника ударом колена. Это было, конечно, намного опаснее. И тогда для соперника все закончилось очень быстро. Но сейчас Фарид, конечно, наверное, получил неприятные эмоции. Вот нам показывают, но что ничего там страшного вскользь прошел удар, да, но ничего джеб был очень опасный, такой, как говорится, рельса джеб. Но Фариду сегодня нужно помнить, что любой выброшенный удар Дмитрием Васенёвым может оказаться фатальным, потому что и с рук, и с ног, и с коленей Дмитрий Васенёв бьет очень жестко, очень опасно и очень быстро для своего солидного веса. Олег, ну это супер тяжелая весовая категория, да, и там ребята бьют очень плотно. Между тем, рефери в ринге Алексей Копанев принимает решение поменять шлем для того, чтобы не было вот таких вот казусов. И сейчас... А Дмитрий Васенёв поднимает руки, и, конечно же, трибуны его поддерживают.
Когда-то, давным-давно, когда отношения выясняли викинги, они проводили поединки до тех пор, пока у них не будут сломаны все щиты. В данном случае сломан шлем у бойца из Дагестана Фарида Лахвердиева. Но это, конечно же, не означает, что есть какой-то лимит шлемов в этом бою, которые будут сломаны или порваны. Да, я думаю, что Нижегородская область проводит это мероприятие на таком высоком уровне, что лимит шлемов может и не закончиться. Оборудование, да, здесь безграничны. Ну а пока небольшая пауза. Скажем, что сегодня Дмитрия Васильева секундирует Игорь Салопаев, заслуженный тренер России, тренер Айка Бегяна, многократного чемпиона мира по муай-тай. И также в углу у Дмитрия Васильева настоящий звездный гость чемпионата России по муай-тай, звезда профессиональных рингов Влад Туйнов. Орловский бриллиант последние дни сверкает в приволжской столице. Да, где только мы не видели этого спортсмена, в том числе и в промоушене «Глори» он появлялся, да и сейчас. Я тебе скажу, где. Мы его еще не видели на чемпионатах России по муай-тай. И вот увидели. Не в качестве участника, к сожалению, но в качестве гостя это уже очень здорово. Тройка от Васильева попадает. Ой-ой-ой, колено в пах, попало, да. В пах пропустил. Колено в пах, это очень больно. Да, сегодня да. Какой-то странный у нас бой. Сначала шлем, теперь нарушено правило ударом пока в пах. Пока не задалось, скажем так. Будем надеяться, что ракушку не придется менять после такого жесткого попадания. Прямо точно вот туда, куда не надо бить. Мы ждем повторов от наших видеорежиссеров. Я думаю, сейчас нам покажут. Тимур, кто ждет, а кто и не очень, так скажем. Да-да-да. Не особо-то вот. Хочется на это смотреть колено еще раз. Ой-ой-ой. И да, вот этот удар не специально, ой-ой-ой, но все-таки туда, ниже ватерлинии. Но тут разница в росте, конечно, колоссальная. Да, да. И все, кто спарринговался с более высокими соперниками, знают, что вот так вот попасть можно абсолютно не намеренно. Да, Васильев явно сейчас... При испытывает. Этом будет дано время Дмитрию для того, чтобы прийти в себя. Конечно же, неприятный казус. Всего-навсего полторы минуты поединка мы отсмотрели, а уже столько остановок. Ну, сейчас вот дагестанские болельщики, пользуясь случаем, включаются. Они сегодня тут зажигали по полной, хотя в некоторых финалах, как, наверное, Тимур вам рассказал, удача улыбалась соперникам представителей Дагестана. Сейчас у Фарида Алахвердиева, на мой взгляд, есть шанс вообще совершить главную сенсацию турнира и забрать золото в супертяжелом весе, остановив чемпиона мира, действующего чемпиона мира по муай-тай совершенно Дмитрия Васильева. Кстати, время от времени Васильев отлучается из муай-тай в другие виды спорта. Смежный, и... так как по кикбоксингу, да, тоже. И также носит там пояс чемпиона, причем как в профессионалах, так и любителях. Ой-ой-ой, рубка пошла. Пошла рубка, и мне кажется, она невыгодна Васильеву. Он сейчас, видимо... Ой-ой-ой, колено в голову, это тяжелейший нокаут. Вот тяжелейший это... нокаут, колено в голову. Коленом, да, на колено, но это колено пришлось туда, куда надо, и все. А мы предупреждали Алахвердиева, что удары коленями Васильева очень опасны. Очень, да. Шикарная концовка боя, который начинался как-то невразумительно, а закончился одним из самых брутальных нокаутов сегодня. А вот и повтор. Точно в подбородок снизу попадает там Васильев. Страшенный удар. Да. И шлем удержался на голове у Фарида Алахвердиева. А вот сам боец из Дагестана удержаться на ногах уже никак не мог. Игорь Салопаев и Влад Туйнов идут поздравлять Дмитрия Васильева. Он шикарно сделал свою работу, уложившись в 2 минуты. Чемпионом России по муай-тай 2024 года в абсолютной весовой категории стал Дмитрий Лапин!